have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, мы с вами в Бихолдере. Немножечко понаделал я клонов, потратил на это 2 часа. Там получается, что за полчаса ты просто покупаешь для них характеристики. И за эти характеристики потом можно крутить, вертеть и всякое такое. Получилось довольно неплохо. У нас в районе 2000 сейчас, как вы видите. То, что нам остается сделать, это пойти домой. Потому что мне очень много нужно будет учить книжек. Я предлагаю, у нас сейчас будет 9 часов. Эти 9 часов мы потратим. Сейчас я еще раз проверю, что у нас по заданиям получается. Частота эксперимента. Пройти... Кстати, да. Надо бы тест пройти. Я забыл об этом. Ладно, все. Сейчас валим домой. Это мы можем сделать и сейчас, я имею в виду тест. Но я предлагаю уйти сегодня пораньше с работы. У нас будет 9 чистых часов. Вложить их, вкласть их просто в книжки, выучить их. Я потом и поработал, попытался заработать денежку, чтобы мы сейчас придем домой, нам 100% нужно будет платить счета, чтобы этот день не был бездарно просран, так скажем. Так, а что, прям вот... Прикиньте, если нельзя будет этот... Ладно, принять... Неизвестный номер. Алло, Эван, это Амелия Вайт. Звоню поблагодарить тебя. О, за курсы развития? Не, за что? Помнишь, что ты подсказал мне семинар по саморазвитию? Это было как вспышка. Я поняла, что всю жизнь жила неправильно. Работала не там, делала не то, любила не тех. Ого, не думал, что это будет настолько кардинально. Да, Эван, и это чудесно. Я нашла новую работу, которая мне нравится и на которой меня ценят. И это все благодаря тебе. Я перевела тебе немного денег в знак благодарности. Еще раз спасибо. И пока. Чертовски рад слушать, Амелия. Амелия, алло? Штука! Спасибо. Мне кажется, я ее на правильные курсы отправил, потому что на вот это все по вождю, это же все фигня. Так, аренда жилья. У нас книжечка есть, которая нам снижает аренду жилья, чему я несказанно рад. Насчет сериалов, это типа, чтобы подружиться с нашими коллегами. Честно, я пока не готов тратить 1000, я слишком в шатком положении сейчас нахожусь. Хотя, типа, с ней можно было бы подружиться. Я не уверен. Это мы дочитываем, это мы вычитываем. У нас остается 2 часа. Получается, быстро печать для всех. Новый навык взлом кодовых замков, новый навык взлом дисковых замков и новый навык взлом терминалов Патриот тоже у нас присутствует. Это же просто замечательно. Я еще 2 часа мог потратить на работе, да? Кехлеру. Мне вроде не надо. Черт с ним. У нас есть 2 часа. Давайте, эту 1000, она нам просто с неба упала. Давайте ее уже потратим, купим, посмотрим эти кинчики. Смотреть час, смотреть час. Хорошо. Жаль эту 1000, но я надеюсь, что я еще что-то заработаю. Зато с коллегами можно будет поговорить. Итак, нас ожидает сейчас довольно важный день. Ну, всегда дождь, кстати, идет. Сейчас, по идее, 4 какое там июля. Не, погодите, я забыл. Но тут идет дождь. Но тут все так же. Выбрать вариант Б, получить повышение, найти компромат на Исаака. Вообще позвонить, пройти, наверное, проверку надо было бы. По-хорошему. Сейчас я сохранюсь. Я что-то это, вот как-то вот прям... Прикиньте, я сейчас позвоню, пройду проверку. Что? Что не так-то? Зачем, зачем рассказал ты то, что говорил тебе я? Зачем? Я понял. И она сейчас прыгнет.
Да. Блин. Рип. Я мог ей помочь, если бы я тогда... Я не помню, у меня, по-моему, даже не было тысячи, да, тогда, чтобы соврать. Конкурентная среда минус Мария Кюри. Да. Я мог ей помочь, но... Погодите, а это из ее стола я тогда воровал или нет? О-о-о, это же у меня теперь нет доступа к ее столу. А там, по-моему, код к Хеймдалю был, да? Один, который я по такой. Я потом стащу его. И. Ах ты ж, черт! Ну, то есть, получается, я теперь заперт. Я теперь не смогу собрать все коды Хеймдаля. Так, Горацио, давай шмотки твои посмотрим, Горацио. Взлом терминала Exodus. Но мне это надо. Да, мне потом придется штраф платить, я понимаю. Ну, ладно. Почта. Триумфа науки на Балгероде. Министерство науки из города сообщает об успешном окончании процесса тестирования клон-модели идеального сотрудника Карл 500+. Это радостная новость, вызвала всеобщее ликование. Поэтому замена оставшихся сотрудников на Карл 500+, произойдет в кратчайшее время. Слава науке, слава великому вождю. Дополнительно имеем честь предложить вам должность главного ученого сотрудника в институте проблем. Жалею, содержание предоставляется согласно на любые ваши условия. Будем рады видеть вас в наших рядах ярчайшего представителя современной науки наших дней. Угу. Фоточки. Вот. А, минуточку. Ты взялся за это все исключительно, чтобы клонировать себе генетическую вайфу, а получились Карлы, что ли? Вариант Б. Запуск протокола инициирован. Кстати, я плюс 1,5 штуки получил с этого. Запуск протокола. Очень большая печалька, что я сейчас... не смогу в ящик этой кури попасть. Черт. Давайте взламывать. Интересно, сколько мне потом воровства припишут? Сразу забирать. Ну, как бы я понимаю, что я не собирался брать, делать это полную концовку, но все же. Талантливый, очень умен, настолько же одержим утопическими идеями об идеальном мироустройстве. Невероятно трудоспособен, но будучи погружен в работу, становится совершенно невосприимчивым к любым окружающим раздражителям. Из-за этого может показаться человеком рассеянным, неопрятным и игнорирующим элементарные правила гигиены, однако воспринимать его так значит заблуждаться. Характер мягкий, но непреклонный. Целеустремленность, возведенная в абсолют, и вежливая принципиальность, граничащая с безумием. Это если что, Вайнберг. Рекомендуется. Черт возьми, честно говоря, не знаю уж для кого я пишу эти характеристики. Вся эта бюрократия настолько въелась в наши жилы, смешалась с нашей кровью и стала... что стало частью нашего метаболизма. Каждый из ближнего круга находится, по сути, на самом верху. Нет никакого смысла писать эти характеристики, рекомендации. Это настоящий приобретенный рефлекс. Я боюсь только, что рано или поздно эта дрянь настолько крепко засядет нас, что превратится в набор безусловных рефлексов, которые превратят наших детей... которые превратятся в наших детей и детях их детей. Понял. Письмо. Все воспоминания...
А, мне вспоминается тот день, когда мы с твоей матерью поехали на побережье. К моменту твоего рождения все изменилось, но тогда у нас еще было побережье, которое не залило мазутом из потопленных военных танкеров. Тогда туда еще не выносило обожженные трупы юношей и наших, и борейских, с раздробленными головами, погибших в этой бессмысленной войне. В этот солнечный день мы с твоей мамой выпили 3 бутылки вина, купались, пока губы не посинели и не стали похожи по цвету на чернику, а после грелись в объятиях друг друга под большим шерстяным пледом. Я помню этот день настолько ясно, как будто это было вчера, потому что день, когда мы тебя зачали, второй самый счастливый день в моей жизни, а первый день твоего рождения. У нас, видите, 17 из 21, то есть получается 4 кода нам не хватает, собранной информации 4. И одна из них была там. Блин, как я хочу, чтобы они были еще где-то рандомно раскинуты, чтобы не было вот в одной ошибке и все. Так, Ньюпорт. Обо всем. О, обсудить сериал можно. Доктор, может быть, вы мне поможете? Посмотрел по вашему совету эффект Шрёдингера. И не понял, главный герой все-таки живой или мертвый? Похвально, что ты смотришь качественное кино, но если ты думаешь, что я буду обсуждать с тобой сериал, ты ошибаешься. Чувак, ты тварь. Ну, об этом нам так и сказали. Так, дружище, с тобой еще про сериал потрепаться надо. Обо всем квантовый качок. Попробовал смотреть квантовый качок и ничего не понял. Сразу начинаются непонятности. Синхрофазотрон, пучки излучения, релятивистская теория, это все, вот все, а я в физике не особо силен. Итак, ну, ты спрашивай, если что, я всегда помогу, будет хоть с кем новые серии обсудить. Угу. До встречи. Итак, с нашими коллегами. Угу. Горацио. А, ну с Горацио у меня все равно получилось подружиться. Хорошо. Так, черт возьми. Сохранить общий зал. Давайте вот это, вот 12 этаж. Вот, вот так сохранимся. И попробуем все-таки позвонить. Пройти этот чертов тест. Анонимная служба. Анкетирование. Давайте сдадим информацию. Неплохо, кстати. Пройдем анкетирование. Данный тест предназначен для сбора статистических данных о личности. Пожалуйста, отнеситесь к его заполнению серьезно. Прервать прохождение нельзя. Второй попытки нет. Второй попытки. Блин, все так прям... А, серьезно, да? Ну, поехали. Начать. Выберите тему. Окружающий мир. Вопрос. Как долго может прожить человек? До 85 лет. Там же сказано, что потом его усыпляют. Вопрос, какова скорость темноты? Равна скорость света. Смотри директиву такой-то пропорции. Смотри директиву. Вопрос, как называется тупая сторона ножа? Обух, обратная сторона ножа, апогей. А, ну... Уберите тему, физиология. Когда человек перестает взрослеть и начинает стареть? Когда пришла повестка на блаженный сон? Когда прикажет дочь, когда захочет. Прекращает, когда человек перестает взрослеть и начинает стареть. Ну вот, пришла повестка. Что такое бабочка в животе? Паразиторная инфекция? Как называется место с обратной стороной колена? Заколенник. Подколенная впадина. Так, ну я вот понимаю, что все придется, да, философия? Ваше убеждение истинное. Я верю в дело мудрого вождя. Значит, истинное убеждение, что истинное. Да, вот так. Ну, типа патриотического фуфло гоним. Так, граждан... А, чем обычный человек отличается от нормального гражданства? Победа над собой. Это победа или поражение? Зависит от приказа вождя. Выберите тему. Мораль. Можно ли бить лежачего? Можно, если прикажет вождь. Можно ли сажать в тюрьму предполагаемого преступника до совершения им преступления? Нужно. Можно ли сделать что-то противозаконное, если никто не узнает?
Государство знает все. Логика. Если скрестить единорога с медогом, что получится? То, что прикажет вождь. Если человек теряет большой и указательный палец, каким пальцем будет безымянный? Каким прикажет вождь? У нас были предки, после нас будут потомки. Кто мы? Слуги мудрого вождя, конечно же. Информация благодарит вот это, слава вождю. Слава Арстоцки, давай. Теперь, в кабинете этого лошары. Ну, в смысле, директора. Во-первых, мы подождем сейчас полтора часика, нам нужно покопаться в его терминале, покопаться в его столе, найти на него компромат, он же явно тоже не безгрешный урод. Так, стол с чертежами, это я уже проверял, да? Тумба, вот, тумбу я могу вскрыть. Но в тумбе ничего нет. Если сейчас кто-то подумал про маски-шоу при слове тумба, ну, я вас поздравляю. Экзодус. Я могу дома это прочитать и потом это вскрыть. Окей. Это я заберу, спасибо. Канон клонов. Прочти меня и обрети запретное знание. Ну что, нам опять домой, типа. Погодите. А, я обыскивал этого, да? Что у этого пузана в этом творится? Я обыскивал. Так. Значит, у нас есть еще одно. Открываем страницы из дневника. Вырваны страницы из дневника. Мы так много времени угробили на изучение невосприимчивости слепых к нашему сигналу, что в процессе ослепли сами. Ведь это был не сам... это был на самой поверхности. Хеймдаль. Он не корректирует, как мы думали, не мягко исправляет, как нам, как мне хотелось бы. Он полностью подавляет, замещая собой целиком, не оставляя ничего, даже памяти об этом сигнале. Это настолько чудовищно, что я не могу передать словами. Это меняет все. Отдать его ближнему кругу все равно, что посадить пиромана управлять составом, везущим цистерны с высокооктановым топливом в центре вулкана. В центр вулкана. Сегодня я замкну систему на центральном терминале и закрыл доступ к нему всем, кроме меня. Вечером я попробую последний раз. Возможно, 5 мегакиловатт не будут настолько разрушительны, но надежды почти нет. У нас осталось 3. 3! Карл! 3 это кажется совсем немного, но посмотрите просто, где мы находимся. Мы уже здесь. Мы уже наверху, а Хеймдаль, я уверен, там, на следующем этаже. Ну, то есть, все совсем печально. Так, 50 минут у меня есть. Я могу, наверное, полчасика потратить. Ну, просто это неровная цифра. Полчасика я могу потратить. Знаете, сделаем по-другому. Не буду сейчас работать. Пойду я к боссу и попробуем с ним поговорить про результаты теста. Не знаю, насколько это все потом скажется. Так, давай, дружище, мы с тобой обсудим. Возможно, просто он что-то от меня захочет, что мне придется делать дома. Итак. Доложите о результатах. Я прошел тестирование, товарищ Вайнберг. О, да, я это уже видел. Отличный показатель, Эван. Честно говоря, не ожидал, что ты настолько подходишь. Похоже, ничего. Пойдем, я покажу тебе кое-что особенное. О, темные тайны. Блин, из меня хотят делать... Из меня будут делать клона, наверное. То есть я подхожу на замену Карла. Это моя лаборатория, но я называю ее тронным залом. Именно тут сосредоточено будущее нашего государства. Если все сложится хорошо, я расскажу тебе обо всем подробнее. А, хорошо, это еще не все. Это не все. Товарищ Вайнберг! Здравствуйте, Карл. Надоело. И вот мы пришли. Все, что видишь вокруг результат слаженной работы человека и клонов. Это Карл Штейн. Знакомься. Так называется Карл Ноль. Первый слепок. Эталон.
Тот не тянет, как-то он не тянет на эталон человека. Для этого существуем мы, генетики и биологи. Снимая с него копию, мы закладываем генетический код исправления для тела, а в сознание – прошивку, которая подавляет ненужные воспоминания и эмоции Карла Ноль, при этом увеличивая качества, которые нам нужны – исполнительность, подчинение, выносливость, отсутствие любознательности, сострадание и переживаний. То есть… Основа вам вообще не важна? Зачем вы тогда держите Карла здесь? Так исторически сложилось, что все наши технологии заточены именно на него. И недавно всплыла ошибка в прошивке, которую мы никак не можем одолеть. Случайно не та, которую я запустил? Или ошибка в прошивке? Да, у Карла была довольно сложная жизнь. Все страхи, переживания и потери засели у него где-то глубоко и проявляются уклоны в самый неожиданный момент через пробой в прошивке. Что хотите сделать? Есть гипотеза, чтобы пробой создать комплексное воспоминание о последнем годе жизни Карла. Что-то произошло в этот период. Что-то очень плохое. То, что не дает ему покоя, несмотря на то, что мы изрезали его мозг вдоль и поперек. Как это исправить? Нужно выяснить, что это за событие, и как именно комбинация воспоминаний вызывает такой эффект. Разве этого не знаете? Когда я режу лабораторную мышь, мне все равно, сколько у нее было братьев и как хорошо она спала. Клоны должны подчиняться прошивке. Вот что я знаю. Он же не мышь. Некогда играть с тобой в философские игры. Выясни, что произошло с Карлом, и узнай, как эти воспоминания пробивают прошивку. То есть узнать, от чего ему плохо, и сделать ему плохо? Ну да, это называется научный эксперимент, если ты знаешь. Если ты знал. Ну, согласиться, конечно. Для начала собери всю информацию о последнем годе жизни Карла Штейна, все, что найдешь, как... Кое-что знают твои коллеги, им иногда была нужна такая информация для работы. Что-то наверняка есть в архивах. Ладно. Где он жил? Дом, где он жил, сохранился? Кстати, отличная мысль. Можно проверить дом. Может быть, там есть какие-то эмоциональные привязки. А потом мы создадим визуальную симуляцию сознания Карла и скормим ему все, что нашли. Если моя гипотеза правильная, то мы найдем, что создаст... пробой в прошивке. Что создает пробой в прошивке? Если нет, будем искать, комбинировать, пробовать. Кто-то же должен... Когда-то же должно получиться. Закончить. Я не хочу ему рассказывать про это. Да, это вот прям не нужно. Карл Ноль. Тут больше ничего не сделаешь, кроме как поговорить со стариком. Ну, что творилось с Карлом в последний год его жизни, мы знаем. Потому что это творили мы. Грубо говоря, нам нужно быстро домой. Изучать книжечку. Но у нас две книжки, кстати. Так, дружище, с тобой поговорить про Карла можно вообще? Расскажи мне о личности Карла Ноль. Начальник получил мне собрать данные для эксперимента. Тебе поручил, ты собирай. Кто ты такой, чтобы я тратил на свое время? Ясно, понятно. О, погодите, этот, может быть, управляющий клономатом знает? Поговорить. Тебе что-нибудь известно про Карла Ноль? Да, интересно. Интересовался когда-то. Это первый клон с человека Карла Штейна. Я все хотел узнать, чем он отличается, и что из него решили размножить. И что выяснил? Да ничего, обычный мужик средних лет, среднего интеллекта и здоровья. А вообще, запроси данные в архиве, там все написано. Да, спасибо, попробую. Ступай. Архив... Ну, наверное, с телефона, может, только с домашнего, да? Или отсюда тоже? Хорошо, все, валим домой, платим штраф за то, что мы стыбзили, что мы там стыбзили, книжку стыбзили. Посмотрим, какие счета нам сегодня еще привалят. Да. Кстати, я последний вот открывал. Я ничего не сделал. Так, 400. А почему 1200-то?
потребовать официальный штраф. Жлоб. Три счета. То есть мне все-таки повыписывали за все те сейфы, которые я... Блин, это все засчиталось. То есть за три вещи мне выписали. Получается, если бы я украл у девушки сейф, то тоже мне потом его засчитали. Так, там по 400, 1200 сейчас что ли будет. Надеюсь, что меньше. 400 это, по-моему, неофициально. А, здравствуйте, Гораций, вы же говорили об этом. Нет, нет, я не понял. Сразу после той прошивки мы с боссом провели вакцинацию Карлов от всех болезней и выработали у них невероятный иммунитет ко всему. Чему вы клоните? В том числе к борейской лихорадке, будь она неладна. Но вакцина оказалась бракованной. Вместо того, чтобы получить отдельно защищенного Карла, мы генетически модифицировали его с биологической бомбой в 23 поколения. В наше время они внезапно стали носителями борейской лихорадки. Такие 300 лет назад победили. Группа добросовестных дебилов-клонов раскопала старый могильник с их идеальным иммунитетом. Они незаметно перезаражали сами себя, а потом и людей. А что дальше? Так как о болезни все забыли, никаких лекарств от нее не было. Спаслись только больные инфекционных палат и наша группа ученых. Как вам удалось? Когда власти узнали про эпидемию, всех гениев переслали в подземный бункер, где не было клонов, ни связи с внешним миром. Как ты понимаешь, я был среди них. А вы же Гораций. Я гений, иначе бы меня тут не было. Что дальше? Так как о болезни все забыли, никаких лекарств... А, да, это мы уже спрашивали, я просто не знаю, что повторится. А, чем я могу помочь? Вряд ли тебе удастся найти вакцину от борейской лихорадки. Даже в этом времени она уже забыта страшилка. Вот это исправная вакцина, состав которой полностью идентичен той, что мы вкалывали клонам. Если вколоть ее всем Карлам, эпидемия не начнется. Сложно придется. Сложно придется тем, кто умрет в будущем от лопающих глаз и вскипающей крови. Что еще? Мне уже пора, ориентируйтесь. Блин, я не попросил Я просто спросил, что нужно сделать. Я думал, он мне сейчас расскажет, а потом я соглашусь. Надо было предоплату просить. Ах ты, тварина. Мне деньги нужны, я тут вещи ворую. Хорошо, идем платить штрафы наши. Спор на помощь голодающим детям Северной Бореи. Выбрать все. Штраф, штраф, штраф. Ну вот это вот сбор на помощь, это, конечно, жестко. Очень жестко. Прям офигеть, как жестко. У меня 6,5 часов осталось. Мне бы почитать. Но у меня там квест. Я сейчас посмотрю, что по квесту. Смотреть я уже... Да ну блин, нет. Тратить 2 часа сейчас на киношки. Что-то не хочется, честно говоря. К Натану Кехлеру А, стоп. Надо в архив позвонить, точно. В архиве нам сейчас должны бы немножечко... Вот. Добавить информацию о Карле Штейне. Выполним запрос. Карл Штейн лично дело засекречено. Досье уничтожено распоряжение Министерства новейших научных разработок. Последнее место работы управляющий доходным домом класса Д по улице Крушвиц 6. Да, помним такое. Ну, спасибо, хоть что-то. Набрать номер Каннингем? Да. Положить. Мы можем на Крушвиц 6 сходить. 3 часа. Пойдемте. Дом не снесли. Интересно. Хорошо, вы пришли на Крушвиц 6 и пытаетесь расспросить жильцов о бывшем управляющем доме Карле Штейне. С тех времен осталось не так много жильцов. Сейчас все они собрались в одной квартире и готовы поговорить. Вы узнаете, что жену Карла звали Анна, сына Патрик, дочь Марта. Марту в доме особо любили. Мы ее не насобирали на лекарства, и она откинулась. Но это... Посмотрите в первом прохождении. Хорошо, со стариком. Это Марк Ранек. Погодите. Я же... Это немножко не сходит. Ну ладно. Заслуженный работник архива. Он отлично помнит Карла Штейна и всю его семью. Про Анну.
Хорошая была женщина, домовитая, больше старик ничего сказать не мог про Патрика. Рассказал, что Патрик хоть и был шалопаем, очень любил учиться. Карл просил для него какие-то книги, но у Ранека не было. Сдобыли у мерзавца Шиммера. Карл потом сдал его властям и правильно сделал. А, здесь мы играем, типа, в той реальности, где у нас Карл правильный. Потому он, собственно, и стал образцом клона. Потому что... Угу, я понял. Марту рассказал, что хорошая была девочка, но за ней плохо следили. Однажды она потеряла свою куклу Найру, и все ходили, опрашивали. Раза три в дверь стучалась, так что Марк не смог подремать после обеда. Со старухой Роза Раны, приятная старушка, каким чудом она избежала процедуры блаженного сна, совершенно неясно. Про Анну. Очень любила детей, была готова сделать все для все для них все. Когда Патрик потребовалось деньги в университет, она пыталась продавать свои вещи. Надеялась, что у Карла получится решить проблему, но он так и не достал деньги на учебу сыну. И Патрика отчислили. Про Патрика. Вспомнила, как однажды застала его в прачечной в слезах. Оказалось, его девушку Андреа Горчик расстреляли со всей семьей на границе. Про Марту. Роза рассказывает, что Марта была милой девочкой, любила сладкое, как и все дети. Однажды за конфету рассказала, что брат взял очки ее мужа, Марка. А Марк уже и в полицию хотел звонить. Приятный мужчиной? Это известный архитектор... это Алоизи Шпак. Он кардиохирург, кстати. Ну да, известный кардиохирург. Я не знаю, почему я прочитал это архитектор. Он рассказывает, что Карл помог ему с личной жизнью. Какое-то время он жил в другом доме, но теперь вернулся. Так, ну давайте по очереди. Что была чудесной женщиной, но нервная система у нее была слабая. Она погибла через месяц после того, как забрали Карла, их дети к тому времени уже были мертвы. Да, это сходится с нашей теорией. Когда ее пришли выселять, она выстрелила прямо в живот Бруно Хемфа, большого начальника. Следующий один выстрел предназначались уже ей. Про Патрика... Вспомнил, что перечитал в газете про обвал на шахте. Тогда погибло более 40 человек, в том числе и Патрик Штейн. Это был его первый месяц работы. Они принесли похоронку и каску сына, а она упала в обморок. Про Марту. Обновлено, хорошо. А Луизис, если знаю, расскажет, что дочери Карла было нужно дорогое иностранное лекарство. Либеспирит. Ну, либеспирит. Ну да. И он не мог помочь, и никто не мог. Марта умерла, она говорила, что у нее внутри было солнышко, вот это солнышко жгло ее. В этом месте своего рассказа Лизи громко заплакал. Вы прослушали всю историю, видно, что судьба семьи Штейнов сильно впечатлила всех этих людей, можно возвращаться. Было практически все то же самое, но только я играл за другого Карла, ну ладно. У нас две книжки. Аннотация. Блин, мне какого-то одного часа не хватает. Получено достижение псалмы радости. Даже не часа, 25 минут не хватает. Вот это обидка. Так, значит, Вайнберг создал религию для клонов. Себя записал в боги. Мудрого вождя списать в утиль, а остальных людей заменить на клонов. Умно. Тянет на три пожизненных, а то и на четвертование. Каннингем будет доволен. Да. Так, поехали, я его сразу и сдам. Погодите, мне надо в его компе покопаться. Давайте, что у меня по заданиям сейчас? Поставить прививку 5 клонам. Поговорить с Вайнбергом. Получить повышение. Но у меня сейчас довольно много опций, кстати. Я бы хотел... Блин, каких-то 25 минут не хватило. Я бы сегодня же покопался бы в его компе, и было бы еще интереснее. Ладно, у меня 1000. 1000 это вообще копейки сейчас, потому что с этими неожиданными выплатами... прям противно. Но мне кажется, я могу уже вот-вот пойти на повышение. То есть тут прям... Вселенная схлопывается очень быстро. Сделать прививку 5 Карлам я могу прям даже здесь... Погодите, я правильно понял?
Гарольд Супермен попросил меня сделать клоун прививку от борейской лихорадки. Поставить прививку 0 из 5. Кстати, мне это 1,5 штуки даст. У нас тут внизу работает 3 Карла. Там еще ходят. Давайте я, может, к ним, может, так получится сделать. Тут у меня запрещенка всякая лежит, а? Да, хорошо. Вот, лоток с выпечкой. Почему 4 часа? Ай, мне как-то жаль 4 часа на это. Иди сюда. Этим я не могу делать, да? Жаль. Это прям печально. Но они же тоже клоны. Что с ними не так-то? А где мне найти 5 клонов? Неудачно с девушкой получилось. Я все-таки, наверное, больше склонялся к тому, чтобы ей помочь. А она взяла и тю-тю. Вакцинировать. Мне за это по сотне приходится платить, конечно, но ладно. Это 2. А, их тут все 5. Они тут все 5 и обитают, которых мне нужно вколоть. Хорошо. Коллективный иммунитет получен на достижение. А, дружище, давай поговорим с тобой. Так. Доложить информацию. Поговорить о каноне. Не, погодите, я не хочу. Давайте вот так. Собрал возможную информацию о жизни Карла Штейна. Уверен, подтвердить. Я знал все, что на все, что с ним произошло, это поможет вызвать сильные эмоции. Отлично, идем. Я разработал специальный интерфейс для обмена данными с Карлом 0. Сейчас я создам визуальную симуляцию, чтобы тебе было легче контролировать процесс. При помощи этого интерфейса ты сможешь вступить в диалог с сознанием Карла. Твоя задача вызвать пиковую реакцию, заставив его испытать шквал негативных эмоций. Может, вы сами? Я все-таки не очень люблю мучить людей. Визуальной симуляцией будешь управлять ты? Нет, так дело не пойдет. Ты начал, ты заканчивай. Что если у меня не получится? Эван, наука может все, вопрос лишь количества экспериментов. А тут я тебя не ограничиваю. Ну, поехали. Ну, нажимай кнопки. Привет, отец. Патрик. Да, это я. Что ты делаешь? Я так и не нашел деньги. Какие деньги? Чтобы я мог учиться в университете. Хотел закончить обучение. Я простой управляющий дом, мама не работает, Марта болеет, у нас нет таких денег. Я так и думал, тебе всегда было на меня плевать. Нет, Патрик, что ты такое говоришь? Тебе было бы проще, если бы я сдох в шахтах, да, отец? Ты же этого хотел? Нет. Почему я сказал, что ты написал донос на Шиммеров? Что это такие? А ты не помнишь? Нет. Наши соседи Клаус и Мария, торговец табаком и учитель. Ну что-то припоминаю. Какое тебе до них дело? А он дал мне книгу для учебы.
с учебником, ты потом сдал его полиции. Я, ну, за что, отец? Не помню. Так Клауса арестовали, Мария покончила с собой. Это все сделал ты, отец. Но я не хотел. Помнишь девушку, которую я приглашал на свидание? Ты мне еще давал деньги на театр и цветы. Было, кстати, такое. Да, конечно. Когда ты нас познакомишь, как ее зовут? Андреа Горчик. Ее так звали, отец. Я не смогу познакомить тебя с ней. Почему? Что-то случилось? Она мертва. Ты не дал мне денег, чтобы мы могли с ней тайно ехать из страны. Ее расстреляли на границе вместе со всей семьей. Какой ужас. Таким голосом просто бубнит. Какой ужас. Ты разрушил всю жизнь. Ты доволен? Патрик, сынок. О, Марта. Давайте еще этим помучаем. Папочка, ты же принес, что я обещал? Март, а что я тебе обещал? Ты же забыл, я видел сквозь очки Марка Ранека. Ты обещал мне конфету, по-моему, да? Да. Конечно, я смотрю, хотел конфету. Ты принес? Нет, у меня ничего нет. А, Марта, не расстраивайся. Как не расстраиваться? Помнишь мою куклу Найру? Да, помню. Да, Найра, она потерялась, и про подарок ты забыл. Извини. Должно быть у ребенка детство или нет? Ни подарков, ни куклы. Сам не свой, да. А лекарств тоже не нашел? Какие лекарства? Я забыла, что мне внутри... Ты забыл, что внутри живет? Я же тебе говорил об этом. Вот это вот. Да. Я умру без лекарств. Так и случилось, кстати. О, я вспомнил. Да, пап. Марта, Марта. Так, ладно. Штейн. Карл, это ты? Да, это Марта умерла, Карл, из-за тебя. Я не хотел, не хотел. Я ничего не хотел, Карл, кроме как сидеть в своей коморке и шпионить за жильцами. Но ты помнишь, о чем я просила тебя, когда Марта завалила? Я просила достать запрещенный препарат. Нет, точнее, просил достать запрещенное лекарство или бисперид. Я не мог его достать, не смог. Наша дочь. Из-за того, что она умерла, из-за того, что не смог достать какое-то вшивое лекарство. А Патрик, ты помнишь нашего сына Патрика? Конечно, помню. Ему тоже не помог. После отчисления из университета он работает в шахты. Да. Напился и умер. Но работа это хорошо. Шахта не место для подростка, Карл. Патрик погиб под завалом. Он просил у тебя помощи, но ты не помог. За что простить тебя? За смерть дочери, за смерть Патрика? За все. Я не могу тебя простить, Карл. Да, Карл, я тоже умерла. Не надо жить без своих детей рядом с чудовищем, который сделал это. Это был твой выбор. Я очень рада, что для клонирования выбрали именно тебя. Ведь теперь ты будешь страдать в каждом клоне. Страдать, и значит, что во всем виноват ты. Чудовище. Это позволит всему этому... Я позволю всему случиться. Все из-за меня. Мне нужно все исправить. Мне нужно срочно все исправить. Отпустите. Я должен спасти Марту. Ачивка приехала. Ни на что не похоже. Наконец-то, я нашел уязвимость. Вы? Хочешь спорить мой научный приоритет? Нет, ну вот и правильно. Но я отмечу твои заслуги в каноне клонов. Канон клонов? Что это? А, да, я тебе еще не рассказал. Канон клонов — это книга, про которую будет... по которой будут жить клоны, когда на Земле не станет ни одного человека, рожденного естественным путем. Начнем книга, ведь вы ведь вкладываете им в голову все, что нужно. Даже клонам нужно знать, с чего все начинается. Вот возьми почитать, потом обсудим, что ты про это думаешь. Поговорите о каноне клонов. Я прочел. Ты шутишь, Эван? Это же агитационная листовка. Там не две строчки, ты действительно ее прочел? Да, прочел. Что-то она мне напоминает. Отец-создатель, помощник
пророки, ошибки, грехи, прям ради религия какая-то. Такая скорость, невероятно. Ты верно ухватил суть. Зачем клонам религия? Ну, нет, Минучка, если он сам не дал эту книгу почитать, почему бы нет? Я слишком долго изучаю клонов и давно понял, что даже таким бездушным болванкам нужно во что-то верить. Я могу вложить в них все, что угодно, так почему не вложить в них новую веру, правильно? Правильную веру? Ну да, непогрешимый творец ученый составляет заповеди про ошибки, которые нельзя нарушить. А непогрешимый ученый это вы? Есть другие кандидатуры? Ну что вы? Но творцу всегда полагаются пророки, несущие знания, помогающие укреплять веру. Ты неплохо помог мне с той уязвимостью. Хочешь, я тебя тоже впишу в канон? Оскорбить чувство верующего. Ну да. А зачем мне это? А что мне тут? Подумай, Эван, эра клонов не за горами. С каждым днем людей будет становиться все меньше и меньше. Как ты думаешь, что лучше защитить тебя от забвения работы и винтика в министерстве или идеальная... что лучше защитить тебя? Или идеальная память клонов? А что от меня потребуется? Когда клоны полностью освободят мир от людей, мы будем последними, кто связывает их с прошлым. Тогда мы с тобой сами покончим с грехом и ошибками на этой земле. Покончим сами, то есть... Да, мы уйдем из этой жизни, оставим после себя великолепные статуи, которым будут поклоняться все живущие на земле. Здорово, правда? Тебе же нравятся мои статуи? У тебя будут такие же, не меньше. А я могу мягко... Я бы на самом деле... Я собираюсь его сдать по этой книжке. Я не хочу быть вписанным в эту книжку, если что. Поэтому я, наверное, вот так вот. Вы знаете, товарищ Вен, мне кажется, что я не подхожу для этой роли. Ну какой из меня пророк? Тебе не нравятся мои идеи? Что, вы очень нравится, вы будете великолепным богом. Хоть это ты понимаешь, очень жаль, Иван. Очень жаль, я думал, мы единомышленники. Закончить разговор. Как бы мы, да, но вот прям... Так. Мне нужно узнать, что у него в компе находится, если что. Мне нужно узнать, что находится у него в компе. Та-та-та-та-та. Издать информацию. Так, обо всем, о клонах, нет, мы все уже говорили. Тогда, ребятушки, я вам предлагаю сделать такую штуку. Нам все равно здесь практически сейчас целый день делать нечего, мы можем пойти поработать, просто чтобы денежки заработать. Потом в конце дня пойти, наверное, изучить до конца уже... Черт. Просто фишка в том, что нам придется... Если я дома позвоню Каннингему, я не знаю, какая будет реакция у него. Он сразу же побежит арестовывать этого чувака, или у нас будет еще один день, чтобы собрать улики. Я не знаю, как все это будет происходить. Поэтому у меня будет один день или два дня. Вот чего я не знаю. Я думаю, что на этом тогда будем заканчивать серию. Я пойду за кадром немножко поработаю, заработаю денег. А когда будем идти домой, с этого уже начнется наша следующая серия. Поэтому пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.